преддверии тысячелетия Бреста, а также специально в год гостеприимства, Брестский музей Берестии решил поближе познакомиться со своими посетителями и предложил жителям города над Бугом заглянуть в домашние альбомы и найти самые необычные, самые интересные, самые неожиданные фотографии, на которых изображен известный археологический и научный комплекс. Конкурс интересный. Мы его пьюрочили тысячелетие нашего города Бреста и называется «Берестия в семейном альбоме». Наши брещане очень активные посетители нашего музея, поэтому я думаю, что у каждого в семейном альбоме есть такая фотофиксация посещения нашего музея. Лучшие изображения будут экспонироваться на фотовыставке «Берестия в семейном альбоме», которая откроется уже в мае. Кроме основных номинаций, посетители экспозиции смогут определить обладателя приза зрительских симпатий. Собирать фотографии с изображениями музея его сотрудники начали уже давно. Сегодня в так называемом фотофонде насчитывается порядка 500 снимков, на которых изображены работники комплекса, посетители и знаменитые ученые. В нашем музее есть разные коллекции. Одна из них, фондовая коллекция, называется «Фотодокументы». И вот в ней-то находятся фотографии, касающиеся нашего музея. Их очень много. Когда они сделаны были во время раскопок, когда строили наш музей, во время наших мероприятий. Все это отложилось в нашем музее. И вот когда мы будем делать конкурс наш, то, скорее всего, что многие фотографии, которые будут очень удачны и интересны, необычны для нас, они могут тоже попасть в наш фонд фотодокументов. Музей Берестии, как филиал Брестского областного краеведческого музея, был открыт в 1982 году. Ежегодно сюда приезжает около 60 тысяч посетителей. Экспозиция музея представлена редкими и уникальными находками. Многочисленные отзывы посетителей свидетельствуют о его популярности, востребованности и о значимой роли, которую музей Берестии выполняет как образовательный и культурно-просветительский центр Брещины.